знаете, сегодня мы решили сказать вам огромное спасибо от всего коллектива коммунального предприятия «Городские дороги» и от всего департамента городского хозяйства о том, что вы совестно решили помочь нашим сотрудникам. Поэтому мы сегодня вам вручаем грамоты и специальную спецодежду для этого. Вот, помимо спецодежды, есть еще один сюрприз для вас. Я думаю, что мы пройдем сейчас к машине и посмотрим, что, какие сюрпризы мы еще приготовили к вам. Сегодня такой сюрприз. Мы решили подарить вам велик. Держи. Один. Держи второй. За помощь нашему предприятию. Как? Вам велики нравятся? Да! Чтобы они служили вам крепко, чтобы вы могли спокойно ездить. И чтобы, естественно, нашу улицу Приморскую больше не топило с вашей помощью. Ребята, ну вы действительно молодцы. Вы очень много делали, старались, причем ведь целый день работали, старались. Ребята, еще раз спасибо. Еще раз поздравляю. Спасибо. Всего самого-самого лучшего. Ну еще один сюрприз. Еще один сюрприз должен быть.